То есть, если президент по каким-либо причинам не пойдет на второй срок... Я буду подаваться. Вы пойдете в президент. Пойду. Я хочу посмотреть, как вот это самое будет. Главное заявление Алексея Арестовича. Если Владимир Зеленский не идет на второй срок, Алексей Арестович идет в президенты. Чудесные новости, я считаю. Хотя в случае с Арестовичем у него всегда вот это есть такая нотка такого легкого-легкого стеба. Человек, который вообще ненавидит сведомых и презирает Украину как таковую, является и работает ее главным успокоителем уже на протяжении нескольких месяцев. Он должен быть мега-циником. Мне он, кстати, нравится как профессионал. Ну, так что, в общем-то, страна не заметит подмены. Ну, как актер, Арестович не хуже Зеленского, поэтому исполнять роль президента будет, ну, в зависимости, конечно, здесь от сценария, от режиссера, всегда зависит очень много. Но как актер он справится.